эти песни мы продолжаем слушать сегодня, молодежь, и она находит что-то свое. Мы в 60-е слушали, мы находили свое, в 70-е свое, в 80-е свое. И сейчас, да, 2018 год, эти песни, они не ушли с эстрады. Их постоянно, 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 то есть воспроизводят. Это что говорит? Это говорит, что, ну, культура на самом высшем уровне.